Третья глава книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.